Всем привет! Сегодня буду готовить ржаной формовой хлеб на закваске. Это один из самых легких рецептов, который обязательно понравится любителям 100% ржаного хлеба. Он менее калорийный, чем пшеничный, поэтому он подходит даже тем, кто соблюдает диету. С таким хлебом получаются очень вкусными всевозможные бутерброды или гренки. Давайте приступим к приготовлению. Сначала готовим опару. Чаще всего я ставлю опару в 11 часов вечера и на утро приступаю к замесу теста. В этом случае понадобится смешать 15 грамм ржаной закваски, 140 грамм ржаной обдирной муки и 300 грамм воды комнатной температуры. Для выпечки ржаного хлеба используйте ржаную закваску только 100% важности. При такой пропорции закваски, воды и муки опаре понадобится 10-12 часов на созревание при температуре 20-22 градуса. Миску с опарой закройте пленкой. Главное, не допускайте перекисания опары. Если вы внесете в тесто перекисшую опару, то ржаной хлеб получится очень кислым. Итак, прошло 10 часов и моя опара готова. Она приятно пахнет, и на ее поверхности образовалось множество пузырьков. Теперь приступаю к замесу теста. Сначала в миску с опарой нужно добавить 140 грамм воды и все перемешать. Затем добавляю 400 грамм ржаной муки и все смешиваю до однородности. Муку можете использовать ржаную, обдирную или цельнозерновую. Затем добавляю 10 грамм соли. Ржаное тесто не требует активного замеса. Просто смешайте все ингредиенты до однородности. Я буду вымешивать тесто руками, но вы можете пользоваться планетарным миксером или тестомесом. Готовое тесто укладываем в миску и сверху накрываем пленкой. Тесто оставляем на брожение на 2-2,5 часа при температуре 28-30 градусов. Я обычно ставлю миску в духовку под включенную лампочку, где у меня стабильная температура плюс 30 градусов. Прошло 2,5 часа. За это время тесто хорошо увеличилось в объеме, и теперь можно приступать к его формовке. Я предварительно подготавливаю форму, в которой буду выпекать хлеб. Это может быть любая металлическая форма, главное не используйте силиконовые. В силиконовых формах ржаной хлеб плохо пропекается. Форму для хлеба нужно смазать сливочным маслом. После этого на рабочую поверхность нанесите немного растительного масла и переложите все тесто на стол. Во время формовки хлебной заготовки руки смачивайте водой. Это позволит тесту не липнуть к рукам. Тесто формируйте влажными руками или можете воспользоваться пластиковым скребком. Формируйте сначала прямоугольную форму, затем огладьте ее руками и только потом аккуратно перенесите в форму. Чтобы верх хлеба получился ровным, его нужно пригладить скребком или силиконовой лопаткой. Если тесто будет липнуть к скребку, при необходимости его слегка смачивайте водой. Когда хлебную заготовку полностью сформировали, форму закройте хлопковой тканью или пищевой пленкой. Форму поставьте в теплое место на расстойку на 40-60 минут. Я обычно ставлю в духовку под включенную лампочку при плюс 30 градусов. Итак, прошло 40 минут и заготовка уже хорошо расстоялась. Она увеличилась в объеме и сверху начали появляться мелкие пузырьки. Перед выпечкой поверхность хлеба нужно смочить обычной водой. Духовку предварительно разогрейте до 220 градусов в течение 20 минут. Затем ставим форму в духовку и выпекаем хлеб в течение часа. За 10 минут до окончания выпечки нужно достать форму и еще раз вверх смазать водой. Итак, хлеб уже готов. Достаем его из духовки, вынимаем из формы и перекладываем сразу на решетку. Не пытайтесь ржаной хлеб нарезать сразу после выпечки. Ему нужно дать время стабилизироваться, иначе вы увидите влажный мякиш.
Поэтому я рекомендую оставлять ржаной хлеб настаиваться минимум 8 часов и только потом приступать к его нарезке. Я обычно оставляю хлеб на столе на ночь и уже утром его разрезаю. Итак, хлеб пролежал на решетке всю ночь. За это время мякиш стабилизировался, и теперь я хочу показать вам, какой он получился внутри. Хлеб очень ароматный и мягкий, и как раз подоспел к завтраку. Я очень довольна результатом. Готовьте хлеб всегда с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Желаю вдохновения на кухне и приятного аппетита!